что? Ой-ой-ой, сколько квадратов на меня упало! Всяких разных видов. Всем привет! Ну что ж, мы продолжаем такое вот интереснейшее приключение прошлого красного шарика и другого бордового шарика, который посетил нашу девочку розовый шарик. Что, давайте отправимся снова в это чудесное приключение и попытаемся уже победить этого злодея. Опа, оп, так. И чё тут одно нужно нам, ну-ка, и опа. Так, мы почему-то там не выталкиваемся нормально, поэтому пойдем мы, наверное, сюда. Так. Чего, а как тут забирать? И тонем и сюда. Отлично. Все, теперь тут забрали, можем отправляться дальше. Оп. Так, это нам не нужно, это мы не будем брать. Что? Стой, погоди, что-то тут не так. Чё? Как это мы? Чего? Сразу взяли просто и запрыгнули, но ведь так неинтересно. Это уже какое-то читерство. Ого, какие тут эти штуки. Эйк. Угу. Так-то мы их и обошли. Я-то думала, это будет полегче. Что? Ну как можно было прямо в колючки полететь? Оп. Так, чё ты тонешь? А ну-ка вернись. Отлично. Это нам не нужно, а вот сюда нужно. Такой вот скрытый проход. Что, эти штуки думали меня задавят, да? Но нет, я взял их и обошел. Какой-то у нас чересчур крутой прыжок, я хочу вам сказать. Прямо-таки слишком высоко мы прыгаем. Видите? Можем залететь куда хочешь. Эй, а зачем мне эта балка? Я и так могу залететь. И не важно, что сюда. Эк, едем теперь на этом булыжничке. Главное не падать. Чего? На самый краешек колючки. Ладно. Ого. Далеко мы съехали. Икс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что это у нас тут вверху такое? Неужели нам нужно было использовать этот камень? Так, ладно, я и так запрыгну. Все. Ха-ха-ха. Вот мы справились. Это здорово. Так, а что тут у нас? Опа! Ломали, сделали проход. Смотри, таблички наливаются. Угу. Звездочка здесь, оказывается, была. Так, ну мы тут и так перепрыгнем. Круто, когда можно вот так вот прыгать. Нет! Ай, ладно. Не надо нам эти ловушки разгадывать. То, как мы прыгаем, все нам позволяет залазить куда хочешь.
Ого. Эк. Нет, шарик наш очень прыгуч. Поэтому это не проблема. Запрыгиваем, давай. Хорошо. На эту сторону. Круто! Икс. Хорошо. Ну, продолжаем тогда дальше, продолжаем. Оп. Ух ты, спускается. Нет, подожди, давай вместе. Стой же ты. Все, теперь можно ехать. Что у нас тут? Вау, вот это горки. Нет, не надо нам тут. Нет, мы почти это сделали. Тоже так не вовремя тут сложилось. Так, а мы тут сами допрыгаем. Это интересно, да? Давай, залазь. Опа. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Пробрались сквозь грану коленечек. Это классно. Ой, что это тут у нас такое? Египетская скульптура, да? А, тут тайный проходик. В нашей скульптуры вырос хвостик. Нет, отстаньте. Пробираемся. Так, вот он. Ага, тут нужно, наверное, камешек это, да? Притолкать. Тогда у нас получится. Давай, камешек. Ты сможешь. Ура! Даже на 3 звезды прошли. Так. Опа, допрыгнули сами к звездочке. Ого. Ух ты. Нет, тут, знаете, он хорошо летит вверх, но в сторону очень плохо летит. Ик. Вау, супер. Ну что ты будешь делать с таким огромным прыжком так падать? Управление нелегкое. Давай. Ого, мы тут прямо перескочили. О, нет. Что, совсем все заново? Ого. Ну хорошо, давай тут пройдем. Икс. Оп.
Да, сегодня решил у нас попадать. Да ну что ж, в следующей серии, наверное, он устал. Давайте тогда в следующий пройдем. Так, ладно.